Финальным аккордом Дня союзного государства, который проходил накануне на Славянском базаре, стал концерт «Дружбы». В летнем амфитеатре выступили Дима Билан, Елена Ваенга, Дина Гарипова, Руслан Алехна, Эдита Пьеха. Все подробности у нашего корреспондента в Витебске, Нонна Нерсесян. Многие в этом году были удивлены, когда открыли программу фестиваля и не увидели привычных концертов мастеров искусств Беларуси, России, Украины. Дело в том, что организаторы Славянского базара решили в этом году устроить большой концерт дружбы. Союзное государство приглашает и позвали на одну сцену артистов этих трех стран. Артисты за кулисами готовятся к выходу, а дипломаты дарят подарки. Сложилась добрая традиция на фестивальной сцене награждать деятелей искусства, которые вносят значительный вклад в развитие дружественных отношений двух стран. Специальные призы и дипломы за творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России вручил госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Среди награжденных – протоиерей Федор Повный, белорусская телеведущая Светлана Боровская, народный артист России Артем Каменский, заслуженная артистка Татарстана Дина Гарипова, победительница известного телепроекта «Голос». Я часто очень наблюдала за Славянским базаром просто по телевизору, и когда меня сюда пригласили, я, конечно же, с огромным удовольствием сюда приехала, потому что не была еще никогда здесь. И то, что удостоилась чести еще и получить здесь вот диплом, мне, конечно, очень приятно, это большая честь. Концерт «Дружбы» – один из самых масштабных. Над его постановкой работали сразу три режиссера. Весь вечер на сцене звезды нескольких государств. Правда, разные культуры в эти мгновения настолько близки, что они как одна. Песня несет любовь, душевную доброту и любовь к людям, к жизни. Поэтому на каком бы языке эти песни не звучали, они все объединяют нас. Я считаю, что здесь не то, что исполнителю нельзя забывать о своих корнях. Здесь вообще нам, ни в коем случае жителям своей страны, ни в коем случае нельзя забывать о своих традициях, о своих корнях, о наших предках. Потому что это то, что нас объединяет. И пусть базар называют славянским, но он действительно сплачивает абсолютно всех, кто стремится и хочет дружить. Нонна Нерсесян, Алексей Мартынов, Эдгар Грищук. Новости Содружества, Витебск, Беларусь.